Я считаю, что исключений по вот, игровой деятельности в нашей стране делать не нужно, потому что мы все прекрасно знаем, насколько люди могут быть зависимы от игр. И, конечно же, легализовать покер в интернете сейчас, это было бы, мне кажется, очень непонятным и неоправданным поступком, потому что интернет сейчас доступен всем, и люди будут вкладывать и время, и деньги в какие-то игры, которые, мне кажется, вот для наших граждан абсолютно не нужны. Потому что быть зависимым от чего-то, это всегда очень чревато.